Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзор на очередную игру, которую вчера нам на стриме Артемка посоветовал, и я в нее немножко тоже подзавис. Думаю, многие из вас тоже захотят поиграть. Сапер, но сапер на максималках, и реально очень веселый для пойки. Очень классная игра, надо думать. Есть трэш, конечно, от этой игры бомбит, поэтому я и решил ее записать. Тема замок. В общем, такая вот игра. Есть куча карт. Я пока там до третьей дошел, еще ее даже не пробовал. Я вам покажу с первой, попробую сейчас ее пройти. То есть можно выбирать количество плиток разное, то есть увеличивать саму суть. Вы сейчас увидите, вот мы подорвались, как обычно, ну потому что тут надо все вычислять. В общем, поехали, начнем с простенькой 9 на 9. Первая карта. Обычный, скажем так, несложный режим. То есть надо сидеть и вычислять, где же все-таки может быть мина. Если она здесь есть, значит тут нету. Две штуки, три штуки. Просто бывает вот бомбит. Так, есть, значит, тут у нас однозначно есть. Если две тут, значит, тут есть. Так. Все, значит, здесь есть. Тут по-любому одна стоит. Если там стоит, значит, тут нету. Там есть, тут нет. Так, тут однозначно есть. И тут есть, хотел сказать, и нажал совсем другую кнопку. От этого реально тоже бомбит. Это просто пипец. Так, одна клетка либо тут, либо тут. Тут у нас три. Так, отлично. Значит, она здесь и тут. Если тут есть, тут нету. Там две. Тут у нас ничего нету. Так, две раз два. Значит, тут не должно быть. То есть вокруг каждой цифры вот эта цифра показывает, сколько мин там есть. Так, интересно, интересно. Тут у нас есть. Кстати, тут нету. Тут по-любому есть. Вот так вот. Так, тут нет. Тут есть. Возле троечек мы уже все пробили. Блин. Так и знал. Так и знал, что там, блин, эта мина долбаная. Надо было на нее ставить. Так, ну тут однозначно есть. Значит, тут нету. Тут тоже нету. Две. Одна сюда. Тут нету. Тут по-любому есть. Если тут есть, тут нету. Тут нету, и тут нету, и тут нету. А тут по-любому есть. Ну, по-разному, конечно, выдают. Так, здесь есть. Бум. Бомбит уже. Вот так вот, ребят. Самая простая обычная карта, а сложности. Сейчас мы пойдем на большей сложности. Попробуем там. Так, давайте так. На фарт пооткрываем. Так, тут однозначно есть, тут нету. Тут есть, значит, тут нету. Тут нету. Двоечка. Но возле двоечки только здесь. Значит, тут все свободно должно быть. Отлично. Тут есть. Значит, возле этой единички нету. Ничего, по сути, уже. Так, три. Тут однозначно есть. Блин. Вот бывают моменты реально, когда надо просто тупо угадывать. Так. Двойка это. Значит, и тут есть. По идее, тут не должно быть. И тут не должно нигде быть уже. Да, оно таки есть. Тройка тут однозначно есть. Возле этой единички ничего нету. Так, двоечка, единичка. Тут только может быть, значит. Ну как так?
Да, я спешу. И тут, тут самое главное не спешить. Можно просто так на удачу там пооткрывать первое, а потом, потом уже вам не повезет. Ну, в идеале лучше, вот если вы хотите, чтобы была веселая игра, то открывать все постепенно. Никуда не спеша. То есть не тыкать там кучу всего, а с первой тычки идти на удачу. Конечно, это будет жесть полная. Так, значит, тут у нас есть. Возле этой тут. Тут нету. Тут тоже нету. И тут ничего нету. Значит, тут есть. У вас также вверху показано количество мин, которые вы открыли. Так, единичка, значит, тут есть. Двоечка. Ну тут по-любому есть. Если там есть, значит, вокруг этой двойки больше ничего нету. Отлично. Так, единичка. И двоечка. Вот реально вот такие вот моменты сложно. Так, тут двойка есть, значит, вокруг единички уже тут ничего нету. Так, это единичка, значит, тут все свободно. Вот так вот прошли. Поехали дальше. Давайте поменяем. Этот режим. Разрешенный, стандартный. Так, давайте стандартный. У нас есть, вот мы прошли на низкой, давайте теперь попробуем на средней пройти. Так, ну тут 2-2, тут и так понятно, тут понятно есть, если возле это есть, значит вокруг нее ничего не должно быть. Так, однозначно есть, значит тут ничего нету. Так, тут есть. Тут нету, тут есть. Так, с этим решили. Тут по-любому есть, значит вокруг ничего нету. Так, тут поинтересней, тут есть. Блять, как знал, что там в углу будет. Поехали. Так, первое есть. Так, тут есть, значит, тут нету. Нету. Просто какой-то трэш. Так, отлично, открыли. Есть, тут нету. Тут однозначно есть. И здесь. А вот от этой единички, я не знаю, там у вас, наверное, так ну, есть. Так, значит тут и тут ничего нету. Возле этой нету. Так, ну возле четверки тут только вот так вот может быть. Тут ничего нету. Возле двойки две есть. Возле тройки три есть. Единичка есть. Ну все, этот верх разобрали. Отлично. А вот дальше просто хапанули на удачу, блин. Хотя можно было пройти. Так, тут есть, значит, тут нету. Так, единичка, двойка. Двойка там. Значит, тут есть, тут не должно быть. И тут по-любому есть. Все, с этим разобрались. Тут есть, тут нету. Хорошо, тут есть. Блядь, ну чего ты спешишь? Так, есть. Нету. Тут по-любому есть. Здесь нет, и здесь нет. Есть. Это просто жесть. Попробуем еще. Так, тут однозначно есть, и тут однозначно есть, и тут, значит, нету.
Есть. Так, две, одна тут. Или есть. Тут нет. Двойка только здесь может быть. Блин. Так, тут есть, значит, тут нету. Тут нету. Тут можно все открывать. Такс. Две. Блин, тут бомба. Я нормально. Значит, бомба здесь. Тут, значит, вокруг ничего нету. Бомба тут пусто. Тут пусто. Тут бомба. Тут пусто. Блин. О, жесть. Что делать? Бьем. Тут просто безвыходная ситуация, по сути, была. Сразу же попали. Не, ну его нафиг на удачу. Так, так не, никогда так не делайте. В надежде открыть. Так, тут есть. И ай. И тут тоже есть однозначно, потому что там двойки. Единичка тут есть. Значит, тут. Тут не должно быть. Тут однозначно стоит 2-2-1, значит, здесь нету. А тут, блядь, не на ту нажал. Да что за фигня? Реально бомбящая игра. Так, тут есть, тут есть и тут есть, скорее всего. Какого хрена? А там, видите, даже больше, чем. Просто офигеть. Это второй просто режим, ребят. Это еще не последний. Так. Так, ладно, включили мозг. Есть. Есть. Какого хрена я туда полез? Просто уже бывает бомбит, и ты даже не думаешь. Так, значит, тут вокруг ничего нету. Двоечка, вот этих две могут быть. Блять, вот тут вот вообще просто трэш. Значит, тут и тут есть. Если там две есть, значит, тут ничего нету. Так, среди этой двойки двойка, двойка, значит, тут есть, тут нету. Видите, все решается. Двойка, значит, тут есть. Вот так вот решилось оно. Возле этой единички, по идее, ничего не должно быть. И возле этой не должно быть. Тут по-любому есть, значит, тут нету. Хорошо. А дальше просто, просто трэш. Как хочешь, так и угадывай. Да. Так. Отлично. Нету. Значит, тут есть. Тройка. Есть. Раз, два. Ну вот как, блин, вот реально. Второй левел, а уже реально подгорает. Так, тут есть, значит, тут нету. Должна быть. Двойка. Двойка и единичка. Тут есть, значит, тут нету. Тут по-любому есть, значит, вокруг единички ничего больше нету. Так, двойка. Тройка. Пять. Так, если есть, значит, тут нету. Двойка только может быть здесь. Единичка может быть тут. А вот тут как хочешь, так и угадывай, блин. Офигеть. Ну, тройка только здесь, значит.
охренеть. Просто охренеть. На ровном месте, ребят. Так, единичка. Значит, тут есть. Не понял, каким хреном? Возле ата есть, как это так? Блядь, это жесть. Вот это уже нежданно начинается. Походу. Или я туплю, или реально бред полный. Так, двойка. Единичка. Значит, тут пусто. Тут должно быть все пусто, по идее. По идее. Так, двоечка тут, значит, тут пусто. Отлично. Ой, блядь. Так. Тройка. Тут однозначно есть. Да и тут должно быть. Так, если вокруг этой, значит, здесь должно быть пусто. Так, хорошо. Пока справляемся, не бомбим. Блин, вот ПЗ даже. Так, двойка. Возле этой единички есть, возле тройки две. Может быть, здесь бомба. Здесь бомба, блядь, и нажал. Так, короче. Итак, открываем 5 и тогда играем. Отлично. Вот это отлично. Бум. Нет, бума нету. Нету. Блять, это жестко. Это реально, это просто игра, где надо. Тупо все время быть в напряжении. Бум. Так. Значит, нету. Опять тройки, охренеть. Есть, значит, возле этой ничего не должно быть. И возле этой не должно быть. Тут не должно нифига быть, по идее. Но оно не всегда так. И тут должно быть свободно. Есть. Если тут есть, значит тут нету. И тут нету. А тут есть, а тут свободно. Так, тут есть. Короче, не знаю. Буду пробовать дальше проходить. Пишите комменты, кто играет. Tailsweeper в стиме она есть. Ставьте лайки. Думаю, будем стримить. Пишите в комментах, хотите ли вы видеть бомбящие стримы по этой игре. Всем удачи, всем пока.